Сегодня во всем мире отмечают День сердца. Дату установили для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, которая является одной из ведущих причин смерти и ежегодно уносят 15 миллионов человеческих жизней. Хирурги окружного кардиодиспансера отмечают профессиональный праздник на посту. На операционном столе пациент с аритмией. Именно лечению сложных нарушений сердечного ритма посвятили мастер-класс, который провел в Сургуте эксперт Национального исследовательского центра имени академика Евгения Мишалкина Виталий Шабанов. Первую в Югре операцию по имплантации электрокардиостимулятора провели 24 года назад. Сейчас в окружном кардиологическом диспансере проводят 800 таких операций в год.